Несмотря на то, что карантин в крае накануне сняли, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе все еще превышен на 20%. Именно этот порог позволяет, по словам специалистов Роспотребнадзора, отменить ограничительные мероприятия. Однако это не значит, что в крае перестали циркулировать вирусы гриппа. Их по-прежнему фиксируют, правда, на смену гриппу все чаще приходят сезонные вирусы ОРВИ. Причем болеет в основе своей взрослое население. Именно сейчас начинают болеть взрослые, и их эпидпорог среди взрослых превышен на этой неделе на 44%. Но что говорит о том, что у нас взрослые не совсем соблюдали меры профилактики, ходили больными на работу, что, возможно, это было, но и посещали, возможно, больными вот те торговые центры, которые мы, в принципе, рекомендовали массово в период эпидподъема не посещать, но... Кстати, за счет проведения ограничительных мероприятий удалось существенно снизить количество больных среди детей, отмечают специалисты. Хотя до сих пор в крае на карантин полностью закрыты 3 школы и 4 детских сада. Эпидемиологи уверяют, что ожидать подъема заболеваемости в связи с отменой карантина в самое ближайшее время не стоит. Но меры профилактики, в том числе пользование маской в общественных местах, а также оксалиновой мазью, соблюдать по-прежнему рекомендуют. В Роспотребнадзоре до 10 марта работает горячая линия по вопросам заболеваемости. Телефон сейчас на ваших экранах.